Друзья, мы находимся с вами на голландских высотах в Израиле. Сегодня очень жарко, 42 градуса. Хочу вам показать эту красоту. Обожаю эту дорогу. Слева там далеко, километров 5-7. Уже Сирия. Прямо через 4-5 километров уже Иордания. Здесь сходятся три границы. Такая здесь природа. Пшеничка уже совсем созрела. Поля здесь огромные, очень большие поля. Дороги, как везде, дороги хорошие везде. Будь это на севере, на юге, дороги хорошие везде. Обратите внимание на горизонт. Это Иорданские горы. Это Иордания. Сейчас мы начнем спускаться. Начнем спускаться с голландских высот. Просьба всем пристегнуться. Обычно я здесь всегда отстегиваюсь, даже если был пристегнут ремнем. Вот такие вот здесь вот у нас красоты. Это наши горы впереди, израильские. А здесь очень узко. Дороги здесь очень крутые и очень опасные. Есть места слева, где до сих пор сохранились минные поля. И вот такие противотанковые надолбы, вот такие бетонные. Это все осталось с прошлых войн. Иногда здесь можно даже танки встретить. Израильские, естественно. У них тут свои дорожки. Ну, вот такие вот дорожки закрученные. То влево, то вправо.
скользкая дорога, камнепад. Все тут у нас присутствует. Крутой спуск, крутой поворот, тут все крутое. Вот впереди Иорданские горы, Иордания. Тут у нас вот такие вот спуски. Трава сгорела уже давно, все желтое. И опять такие повороты. Мне очень нравится тут ездить. Колючая проволока, слева пропасть, справа стена. Какие-то оборонительные сооружения тут были, доты, дзоты. Вон там впереди иорданская деревушка. Вы сейчас увидите кусочек серпантина, но тут очень круто. Опять остатки каких-то дотов, зотов. Левый поворот за правым, правый за левым. Хорошо, что нету встречных, тут практически разъехаться негде. Туда бы я не хотел. Ну, конечно, как вы видите, дорога, естественно, защищена заборчиком. Но если такой грузовик, как мой, захочет этот заборчик подвинуть, то, конечно, в этом ничего сложного не будет. Всего две встречные машины проехал. Красотища. А сейчас будет мой любимый трамплинчик. Так, посмотрим, что нет машин. Такой маленький подъемчик и резкий спуск. Конечно, на грузовике. Ой, мама дорогая. Тысячу раз тут прыгал и все равно в
волнуюсь. Ну вот здесь опять нам надо круто вправо и остановиться. И поедем вдоль границы. Это, можно сказать, вот государственная граница Израиля и Иордании. Забор видно отчетливо, правда? Очень тепленько сегодня, очень-очень тепленько. Здесь спустились немножко, 42,2. Сейчас я попробую показать. Ну вот, думаю, видно. Сорок два градуса и 2 десятых. Очень тепленько. На нашей стороне только забор и электронная защита. Ну, конечно, очень часто проезжают патрули. Граница на замке по-любому. Место очень красивое, конечно. Вся трава выгорела и полегла. Достаточно одного окурка, чтобы это все вспыхнуло синим, белым, зеленым пламенем. Ну вот, друзья, это то, что я хотел показать. Теперь дорога выровнялась. Едем домой отдыхать. Еще немножко пальмовых рощ.
До новых встреч, друзья! С вами был Кучатский Евгений. С израильских дорог. Всего хорошего. До встречи. Пока-пока.